Забыли. Так. Потом что было после колец? После этих? Ну, потом вот такое вот. Так, после этого кольца что было? Потом бабушкин гарнитур. Как вы делали бабушкин гарнитур? Ну, сначала делал вот эти вот пояски, потом под них площадку подбирал. Ну, то есть, как там, камень обводил. Спаивал все это. После бабушкиного гарнитура что было? После бабушкиного гарнитура кольцо Тиффани вот оно. Какие сложности были в кольце Тиффани? Ну, наверное, пайка. Это слишком тонкие детали, там я все испортить боялся. Так, после кольца Тиффани что после было? После кольца Тиффани вот это, так как они забыли тогда. Ага, понятно. Выпиловка еще. Да, еще, точно. Перед бабушкиным гарнитуром еще выпиловка была. Ага. Эмаль в самой последней очередь была, ну, перед дипломной работой. А дипломную работу покажите? Разверните ее. Разверните, да. Вот так, так. Что это за металл? Низильбер. Низильбер. А эмаль какая? Холодная. А камни, закрепка какая? Вот это глухая, это крапановая. Сколько крапанов? 4. Какие сложности были в дипломной работе? Ну, я думаю, опять же, пайка. Вот. Как бы, когда я паял, я прям вот за каждой щелью следил там. Нельзя было щель вообще оставлять. Угу.